Приветствую вас. Самооценка зависит от систем ценностей, точнее. Если у вас самооценка падает, то есть, видоизменяется, да, падает, поднимается, это означает, что система ценностей, которая есть у вас, она зависит от, не от вас, грубо говоря. Зависит вот эта вот самая система ценностей, да, от других людей, по сути. По факту. Вот. И до тех пор, пока вот система ценностей будет у вас ориентироваться на других людей, вот. Ну, то есть, по сути, то, что сказала моя коллега, да, вот, в контексте того, что нужна самодостаточность, вот, ваша самооценка будет колебаться, вот. Поэтому я думаю, что для того, чтобы она не падала, необходимо, чтобы только вы были единственным, грубо говоря, мерилом всего того, что вы делаете. Вот. То есть только вы определяете, что правильно, что неправильно, что важно, что нет. Только вы, не кто-либо другой. Понимаете? Вот. Вот это и является, собственно говоря, путем к становлению того, чтобы самооценка не падала. Ну и вообще-то говоря, нужно разбирать причины, по которым она падает. Вот. То есть я так полагаю, что, совершенно очевидно, что она падает у вас в конкретных каких-то случаях и моментах, вот. Значит, в этих аспектах вы в себе не уверены, вот. И, соответственно, если вы в этих аспектах в себе не уверены, то с этим нужно что-то делать, да, то становиться более уверенной. Вот. Как, да? Значит, только разбор. Только разбор этих самых причин. Но вам нужна четкая картина мира. Четкая картина мира и себя в этом мире. Чтобы это зависело не от других людей, да, а именно от вас. И тогда все будет хорошо. Тогда у вас будет прогресс, и вы перестанете чувствовать, что самооценка ваша падает. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете написать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы
сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.